Джейсон. Ну как ты? О, рада, что ты цел, вот как. Это доктор Торчок. А он не опасен, даже милый в чем-то. Он принес меня сюда. Я убежала. Ты молодец. Это было сложно. Джейсон, что такое? Грант, он... Стой! Дейзи. Нет! Мне очень жаль. Так значит, все? Я... Что это? Ты справишься? Мне надо спросить доктора про остальных. Да. Точно? Иди. Джейсон. Тот, кто это сделал. Тот, кто убил Гранта. Не должен жить. Поговорим? Конечно же. Спасибо, что спасли ее. Право не стоит. Я ищу своих друзей и младшего брата. Когда найду, они поживут? Ни в коем случае. Я не буду держать здесь пленников Васа. Его люди постоянно... Значит, здесь безопаснее всего. Они не станут тут искать. Пожалуйста, доктор. Дайте ему привести их. Агнеса. Теперь мне нужна двойная доза. Успокоить нервы. Я в порядке. О. Поживи тут. Я поищу остальных. Джейсон, нашел подругу? Да, она в порядке. Спасибо, Деннис. Это все благодаря тебе. Не мне. Твоя победа. А где другие? Где мне их искать? Какие-нибудь зацепки? Знаешь, Джейсон, пираты в рубку и прослушай передачу. Какой медузы? Корабль, что сел на мель неподалеку. С пиратами в команде. Путь воина, Джейсон. Упражняй тело, а ум догонит. Татау приведет тебя туда. Thank you.
Здесь наверняка полно пиратов, стоит оглядеться. Так, Джейсон, разберись с пиратами. Huh!